мы должны все вместе спеть одну очень знаменитую песню. Ее вернул нам Николай Максимович Вовчарук. Это в 1994 году именно Коля, именно Вовчарук вспомнил песню своей юности «Никто тебя не любит так, как я». Это он ее вспомнил. Вот такую народную песню, ну, наверное, есть автор, кто-то ее сочинил там когда-то, может, там 60, там, может, 70 лет назад, но так неизвестен этот автор этой песни. И вот Коля вспомнил ее, и в 94-м году, я помню этот концерт, 6 ноября впервые Митрофановна спела эту песню. Вы не поверите, Геннадий Петрович сидел на ударной установке, они для нее придумали. Сначала был совсем другой вариант песни, а потом, через считанное время, эта песня вошла в каждый дом южноуральцев. Вот в каждый дом. И давайте в память о наших удивительных друзьях, о наших соратниках, о наших народных талантах, невероятных, невероятных талантах Николая Максимовича и Геннадия Петровича, вот все вместе споем эту песню. «Никто тебя не любит так, как я». Договорились? Тебя не любит так, как я. Никто не приголубит так, как я. Никто не поцелует так, как я. Любимая, хорошая моя. Ну где же ты, любовь моя? Сказал, что нынче он золотые листья на земле. Но кто тебе сказал, что он на плоти? Я не люблю твоя тень. Но где же ты, любовь моя? Огонь у окна. За окном чужая страна. Вспомнил я тогда твои глаза. Любимая, хорошая моя. Все вместе! Никто тебя не любит так, как я. Никто не приголубит так, как я. Никто не поцелует.
друзья, будьте здоровы, живите с песней, поддерживайте ваших талантов и не забывайте легендарных народных музыкантов, которые создавали славу российскому народному искусству. Спасибо. Геннадию Петровичу Караченцеву и Николаю Максимовичу Левчеруку. Здоровья вам, удачи и до новых встреч!